Всем привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Александр Обойшев, и сегодня хотел бы обсудить с вами тему, которую увидел на этой неделе на РБК, просматривая сайт РБК ВКонтакте. Да, ребят, я смотрю РБК, мне интересно, что происходит в нашей стране. Я думаю, вы также делаете. Вот. Итак, увидел новость, что Аркадий Ротенберг хочет начать лекции, развлекательно-развивающие для нас, подростков. В них он будет уберегать нас от негативного воздействия улицы, синего кита и АУЕ, как там было написано. Дорогие друзья, что вы думаете на эту тему? Действительно ли это нужно нам, подросткам? Потому что мое мнение, что это нужно. Сейчас стало много негатива. В том году это был синий кит. В этом году добавилось какое-то АУЕ. Я не знаю, ребят, что это. Напишите в комментариях, если вы знаете. Вот. Мне интересен другой вопрос. Делает он это действительно для нас? Или это он хочет просто заработать еще больше денег? Аркадий Ротенберг, если вы не знали, это один из богатейших людей России, который занимает 39 место в Форбсе. Вот. И вот в этом вопрос. Делает он действительно для нас? Или делает он для того, чтобы похайпиться и заработать чуть-чуть денег? Он хочет это сделать в Телеграме, во ВКонтакте. И, собственно, я думаю, что это получит свою популярность, если он делает это действительно искренне для нас. Вот. Как-то так, я думаю. Ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки, пишите в комментариях ваше мнение по этому. И будьте всегда на позитиве. Тогда все будет хорошо, ребят. Пока-пока.